Заканчивается вода. Понял. Лидер 3, я бух 3. Видео 3, я бук 3. На приеме. Прокладываю магистральную линию на соседнюю улицу. Я понял, считайте отделение, ближайшее работающее класс. Понял вас. Ясно, а чак внутри надо, да? Ну там уже здесь разбираться. Прием. Значит, в первую очередь на тушение необходимо подать 5 водяных стволов. Четырех сторон один. И пятый в личной клетке. На второй этаж. Прием. Хозяин будет что-то. Давай подходи полностью стана к цистерне третьей части, возле дома, которая стоит. Ну, состав третьей части, понял вас. На приеме 205. У хозяина пострадавшего есть какая-нибудь информация? Значит, на месте находится хозяин второй квартиры. Вторая квартира занимает второй этаж. Его слов, в доме никого нет. Дино работает по проверке. Прием. Понял, 305. На приеме 210. Да. Что у вас здесь? Один гидрант на Борисе 113 установили колонку, магистралку кладут. Второй гидрант установили на Кокульской 5. Магистралка проложена, а гидранта можем уже по магистралке воду. Да, сейчас ставится, наверное, подъезжает, становится. Понял. От Кокульской. С левой стороны и с правой стороны работает тройка. С левой стороны и переднего фасада работает 21-я. Какая задача поставлена на 7-й прием? 7-я, еще один столик со стороны 21-го. Подразделение по Бореевичу 205. Соблюдаем технику безопасности.